С нетерпением жду бьюти-процедуры. Приступим к макияжу. Вау! Над прической тоже следует поработать. Яркие пряди украсили волосы. Выкроем топик-корсет. Продолжим платье длинной юбкой в пол. Пояс с пайетками идеально дополнил наряд. Яркие разводы краски точно выделят Изабеллу из толпы. Косуха сделает образ еще более дерзким. Изабелла больше не робкая и нежная девушка. Но как так получилось? Милая Изабелла готовилась к прогулке по саду. Взглянув в зеркало, отражение преподнесло ей сюрприз. Ой, кто это? Твоя брутальная сторона. Теперь моя очередь шалить. Покажу этому городку, как навести шума. Изабелла, немедленно сделай музыку тише. Расслабься, бабуль. Давай-ка лучше научу тебя диджеить. Эта парочка готова зажечь публику. Нам понадобится крышечка. Добавляем крепление трубки. Телефон почти готов. Такой телефон – раритет. Ой, кажется, звонит телефон. Откуда идет звук? Где же я забыла смартфон? Стоп, неужели звук идет отсюда? Странная конструкция. Алло? Шнур короткий, далеко не уйдешь. Эх, придется сидеть возле. Да уж, с мобильным было куда проще. Старый мотоцикл подлежит апгрейду. Рисуем неоновые фары. Антонио, одолжи розу. Украшаем байк острыми шипами. Не все так уныло в этом городке. Меня позвали на ночную тусовку. Ну что ж, дружище байк, зададим жару. Что? Поверить не могу. Изабелла, стой! Ты превысила скорость. Будь добра оплатить штраф. Не похоже на тебя. Похвастаешь штрафом на тусовке. Пластиковые колпачки окрашиваем в нежно-розовый. Добавляем серебристые ленты. Ударная установка – неотъемлемая часть группы. Милашка Изабелла читает книгу. Ой, опять реклама барабанов. Круто! Давно на них заглядываюсь. Алло? Да, оформляем заказ. Курьерская доставка. Thank you. Yay! Моя посылка. На радостях Изабелла вновь стала дерзкой. Девушка не уточнила размер, и пришли игрушечные барабаны. Come on. Так бывает с необдуманными покупками. Oh. Эх, играть руками никакого драйва. Капибара – любимый питомец нашей героини. Иди на ручки. Взгляни в зеркальце. Тебе чего-то не хватает. Приступим к преображению. Зеленую шерсть сваляем
в торчащий ирокез. Полоска эко-кожи превратилась в ошейник с шипами. Добавим деталей. Вот так смена имиджа. Сделав зверька более брутальным, преобразилась и сама героиня. Самое время записать трек. Включаем программу. Ю-ху! Соло на гитаре и яркая игра на барабанах. Вот они и пригодились. Ха-ха! Завершим трек вокальной партией. Класс! Мы с тобой молодцы! Сейчас монтируем запись. У-ху! Какой крутой трек! Дай 5! Разматываем бечевку. Из нескольких нитей сплелись прочные косички. Лесенку дополнили деревянные ступени. Всюду столько цветов, наверняка причастна Изабелла. Упс, байк разбудит всех жильцов. Спрячу его в кусты. А сама незаметно поднимусь по лесенке. Ха-ха, вот и окошко. Ну вот, бесшумная шалость удалась. Бумажные трубочки пригодятся. Дополним креплением. Посыпаем блестками. Кисточка превратилась в метлу. Метелка справится с уборкой. Фу, я здорово повеселилась. Ого, бардак. Ладно, не до него. Пока нужно отоспаться. Минула ночь. Изабелла, просыпайся. Навела такой беспорядок. Вот, убери скорее. Но бабушка... И слышать не хочу. Требую порядка. Oh my God. Изабелла решила схитрить и заколдовать метлу. Ну давай, помощница, убирай. Получилось wow. Здорово, но метелка устала. Изабелла, кроватку придется уступить. Эй, ты что вытворяешь? Ну и дела. Hey! Вот так бывает, когда делаешь что-то нечестно. Туловище куколки превращаем в манекен. Залепим стыки и отверстия скульптурным пластилином. Липкий слой засверкал блестящими узорами. Закрепляем манекен на основании из трубочки и колпачка. Роскошный манекен украсит любой интерьер. Ой, чуть не опрокинула. Манекен. Есть идея. Примерь-ка мою косуху. Смотрится круто. Это нужно заснять. Моим подписчикам понравится. О, какой яркий день. Пора отдохнуть. До завтра. Чао. Деревянные шпажки обрезаем до равной длины. Ручка есть. Выкладываем листики градиентом. Как красиво! Изящный зонтик для настоящей леди. Изабелла вышла прогуляться на полянку. Здесь чего-то не хватает. На кустах распустились душистые бутоны. Аромат привлек внимание птички. Привет, прекрасное создание, подружимся? О нет, дождь! Нужен зонтик.
как славно, что магия помогает мне в быту. Скакать под дождиком так весело. Это было круто. Пластиковый бокс превратится в набор для красок. Нарезаем трубочку на кольца рефилы. Получился набор для творчества с пестрой упаковкой. Изабелла пришла в мастерскую порисовать. Что же выбрать? Эти краски как раз подойдут для моего шедевра. Милашка спокойно рисует. Ну вот, плавные мазки прерывает брутальная кисть второй Изы. Грани натуры девушки такие разные. В Изабелле есть то, что объединяет их вкусы. Любовь к созиданию и вдохновение. Вау, очень талантливая картина. Видно, что ее написал многогранный персонаж.